Красота и здоровье. 7 советов правильного пищеварения для красоты и здоровья кожи. Красота и сияние вашей кожи начинается со здоровья пищеварительной системы. А для этого очень важно правильно питаться. Вот несколько советов, которые помогут избежать проблем с усвоением еды. Первое. Пейте воду за 15-30 минут до еды или же через 40-60 минут после еды. Второе. Старайтесь съесть в одно и то же время небольшими порциями. Третье. Не перехватывайте на бегу. Желательно ежедневно полноценно завтракать, обедать и ужинать. Четвертое. Не употребляйте слишком холодные и особенно горячие блюда. Они угнетают пищеварение. Пятое. Ужинайте не позже 19 часов и не менее чем за 2 часа до сна. Шестое. Старайтесь кушать в компании приятных вам людей, поскольку лучшая приправа к блюду – непринужденная беседа. Седьмое. Не забывайте о периодическом очищении кишечника и разгрузочных днях. Также стоит включить в ежедневный рацион продукты, которые улучшают пищеварение. Среди них кефир или нежирный йогурт, нежирная рыба, свежие овощи, фрукты, зеленые салаты с растительным маслом. Их полезно употреблять без ограничений, чтобы сохранить здоровье и природную красоту вашей кожи. Для красоты и здоровья вашей кожи используйте эти 7 советов правильного пищеварения. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк,